А в Кольской ГМК начали готовить площадку под строительство нового медерафинировочного производства. Строителям предстоит снести 78 тысяч кубометров фундаментов старых зданий и сооружений. Новое производство в Мончегорске разместится на территории бывшего плавильного цеха, закрытого в 1998 году. Расчистку площадки планируют завершить следующим летом, после чего начнется строительство. Уже идут процедуры по выбору подрядчика и проектированию цеха. Строительство нового производства должно завершиться в 2025 году. Его мощность – 150 тысяч тонн меди в год. Здесь будут работать более 1000 сотрудников. Инвестиции Норникеля в реализацию проекта оцениваются в 106 миллиардов рублей. Для Норникеля этот проект – часть стратегии по модернизации и замене устаревших и неэкологичных технологий. Одним из его этапов стало закрытие в марте 2021 года металлургического цеха Кольской ГМК. Новое медное производство в Мончегорске будет работать в современной технологии с минимальным воздействием на окружающую среду. Извлечение серы в кислоту составит не менее 99,5%. На производстве будет применяться бесточная замкнутая система водооборота.